Скажите, пожалуйста, какой у нас скоро будет праздник? 8 марта. Алена. 8 марта. Правильно. А чем можно удивить своих любимых мам в Международный день 8 марта? Конечно, надо подготовить для них подарки. Начал я подарок маме рисовать. Выглянуло солнце и зовет гулять. Солнце, солнце, не сердись, лучше рядышком садись. Мамин праздник разгаду, нарисую и пойду. В детском саду «Ромашка» вовсю идет подготовка к празднику. В группе «Бельчата» у ребят проходят занятия по изобразительному искусству. Детки готовят сюрпризы, рисуют портреты своих дорогих и любимых мамочек. Моя мама очень красивая и добрая. Такими же красивыми получились мамы и на портретах своих юных художников. Мы каждый год пытаемся все больше и больше удивить наших родителей. И они очень довольны остаются нашими результатами. Они даже иногда не верят, что это рисовали их дети. И я приглашаю их каждый раз: приходите, посмотрите, что это действительно ваши дети рисуют. У Лизы получился оригинальный портрет мамы-принцессы. Но дочка старается ежедневно радовать маму Аню, помогая ей по дому. Помогаю маме мыть посуду, могу подметать, вот, попылесосю своим пылесосом маленьким. Что еще на праздник маме подарить? Надо постараться и послушным быть. А еще можно освободить маму от домашних дел и самой накрыть праздничный стол. На стол бы я поставила чашку, тарелку, ложку и хлеб. Я бы налила в тарелку супа, а в чашечку налила компотика. А Екатерина уже сама мама. Сегодня она пришла на утренник своей дочурке Олюшке. Но даже став взрослой, в Международный женский день она не забывает о том, что это и мамин праздник. Каким-то образом освободить день для того, чтобы мама могла себя почувствовать, ну, как бы, не в качестве домохозяйки, как обычно у нас, да, дни проходят, особенно праздничные дни для женщины, а вот для того, чтобы, ну, накрасить ногти, там, не знаю, привести себя в порядок, посидеть и почувствовать, что это действительно мамин праздник. 100 путей. Дорог вокруг, обойди по свету. Мама самый лучший друг, лучше мамы нету. Ребята подготовились и вышли на сцену, чтобы порадовать дорогих мам и бабушек. Танцевальные номера, сценки, веселые частушки затронули души взрослых. Я довольна своими детьми, я очень довольна, у меня просто до слез. Я так вот, просто так, на таких эмоциях, ну, мне так понравилось все. Я довольна. Милые мамы, в этот весенний день дети еще раз готовы признаться вам в любви. Любимая мама, поздравляю тебя! Елена Бабина, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.